29 ноября у нас по традиции ежегодно в данный временной промежуток времени открывается 12-й открытый кинофестиваль «Мужская роль» имени нашего прославленного земляка Ивана Мажухина. Ну и 1 декабря на закрытии гостем фестиваля станет народный артист России Лев Прыгунов. Что касается билетов, по поводу билетов, значит, те показы, которые будут проходить в киноконцертном зале «Пенза», билеты завтра с 10 часов можно уже взять в кассе филармонии, билеты абсолютно бесплатные, пригласительные. Те показы, которые будут проходить в кинотеатре Суворовском, можно взять тоже в кассах кинотеатра Суворовского. И, как мне подсказывают коллеги, уже сегодня 2 часов, на те фильмы, которые будут проходить там, билет можно будет взять.